Всем привет! Несколько раз выкладывал у себя в телеграм-канале многофункциональный фонарик Xiaomi, он же Powerbank и светильник с поставкой для смартфона. На картинках он выглядит интересно, так что решил заказать, посмотреть, что за качество. Фонарь приезжает в картонной упаковке с заботливой доставкой Почты России. В комплект идет подставка и кабель для подзарядки фонарика. Имеет несколько вариантов расцветки. На корпусе мы видим переключатель режима фонаря, а также два порта – старый microUSB для подзарядки самого фонарика и порт USB-A для использования в качестве внешнего аккумулятора. Тут же у нас находится светодиод, который должен показывать заряд фонарика, но как видите, он закоротил и после первого включения больше не выключается. Размеры в сложенном состоянии 150 на 40 на 40 мм. В разложенном вместе с подставкой 250 на 90 на 54 мм. Фонарь имеет три режима работы – на 100, 200 и 300 люмен, которые крайне неудобно переключаются, так как чтобы передвинуть выключатель, необходимо приложить усилия, и он постоянно перескакивает через средний режим. Вторая функция фонаря – это Powerbank с подставкой для смартфона. Информация по емкости встроенного аккумулятора везде разная. Где-то пишут 200 мАч, где-то 1200, а где-то вообще 5000 мАч. Я решил проверить на своем смартфоне Xiaomi 12. Емкость аккумулятора, которая составляет 4500 мАч. Фонарь зарядил его ровно на 10%, соответственно в нем примерно 450 мАч. Функция быстрой зарядки, естественно, отсутствует. Ну и третья функция фонарика – это светильник. Если я все правильно понял, он просто раздвигается с помощью применения силы. Но, как я уже сказал, пластик здесь оставляет желать лучшего. А так как раздвижной механизм здесь тоже из пластика, пока готовился к обзору, уже расшатал. И теперь он не фиксируется. Так будет у вас, если откроете и закроете раз по 20. С данной функцией можно поставить смартфон на подставку, зарядку и почитать книгу. Вообще получается удобно. А на качество можно сделать скидку, так как фонарик на данный момент стоит всего 800 рублей. Ну и в завершение скажу, что к фирме Xiaomi и его суббрендам, скорее всего, никакого отношения данный фонарь не имеет. Покупать или нет, смотрите сами, качество оставляет желать лучшего, но фонарик с функцией ночника и Powerbank, наверное, на данный момент дешевле не найти.